На брейке будешь нидить зеленку, пойдешь с ГП из рейда. Что в РС, что сейчас. Что-то у вас фул уже, Слава. Кирюха, где ты ходишь? Ну что, народ, ролим одну вещь хорошую. Сейчас раскину. Тебе на зачем? Тебе точно кидать не буду. Кто тут выиграл? Печенька. Ага, ТК, шикарно. Ханту тогда лучше покидать. Но один ставит каст, а один на резист. Павлик, Павлик. Да, Кирилл. Вот еще поставь и начнем. Че герд не дали? Шамана не существует. Хватка.
беги! Ты еще выслеживание нежити поставь. Планшотного, блин. Ложим. Ложим. И этот стан еще, который понежит. Лучше осколки. Да. Да, рвите вы его. Я не могу это использовать. В огре вроде. Возьми с собой одного мага, пусть потом протанет дробяшки, выучишь его на свет. Но это после этого, давай, после леди. Там как раз пока кораблю этот чистим, трэш и все прочее. Вылет после суркана. Беги! Экзорцизм. Как вы смеете ступать в эти священные... Вы что, охренели? Может, кикнем этого шамана? Он и трэш сагрил. У меня маны ноль почти. Вот не видел, кто сагрил. Трэш, сыграли, РДД справа, мильки слева. Тормозни. Уже не надо, он на сурканы кабешится. Трэш. Стоп, стоп, побуд. Довольно. Пришла пора взять
тьму. Че не дальше? Заебись. Охрененный лифт. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее набор молота Орлима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Ой, ты падаешь, падаешь, умираешь. Захилил, все нормально. Вот он на ребре самый большой ДПС был. А, бой. Gold Rush слева. Нажал же забыть, что это фигня была. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар.
Оркрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Мы скоро пойдем! Пехота! Сержанты! Ой! Не трогайте! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Мои поздравления к чему? Уехал. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Меня слышно? Офигеть, я в резке что ли ходил, меня не было слышно. Я здесь, чтобы забрать. Жесть. Найс. Старый упрямец. Ну... Я типа на мейн ранил счеты, ну пофиг, это фигня на хуйбала. Давайте, у вас 40 секунд, рыба в центре, ешьте. Не надо гневом их станет.
обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Древковый может упасть слона. Ты имеешь в виду 5 стаков дебафа? Так нет, каждый ретрик ее кидает, она сбивается. А, ну да, вас двое. Че, демона в бреде нету? Я бью той, которая на хп. Но я желтый, так что все нормально. Ну ты мажешь, наверное, у тебя меткости нет нифига. Но печать порчи у тебя вешается с любого твоего попадания. Вчера я кинул на токен ролл 98 в Гере, и другой чувак кинул 99. Предками. Зачем ему воли? Конечно, да, ты что? Вон еще этот ДК-82 кинул, нет? Мистер Мармур. Ну если это вообще не одетый ДК. Мистер Мармук или как там его? Может какой-нибудь лог в демона спекнет? А тут 3 лока, а толку 0.
Где вы там застряли все? Здесь пыльки слизня. Слизень не спалится. Один и тот же. Главная сила. Как настроение. Держись подальше от Вуду. Тролл-холл! Табу! Чего ты хочешь? Кровь и гром! Сила и честь! Да не затупятся твои клинки!
Октар! Ой, тут на тебя зеленку упал. Ты еще пойдешь. Сак-сак. Thank you.
Бабл жми. Ты инфекцию баблом скидываешь. Кто-то из магов вешает на большого бомбу. Каст. Почитай талант. Просто бьешь и все. Там скритов или просто так. Там взрыв, кстати. Бегите. Смотри, Лока убил это мили атакой. Нет, нет, Лока не взрыв убил, а его босс меня так и убил. Отличные новости, народ! Ужасные новости, народ! Гниломорт сдох! Но есть и отличные новости! Ну, случайно лучше не пойдет. Хоть плыви по ней в круизы! Ого! Да я поэт! Потрясающе! Плечо на тебя тоже пойдет. Чужное. Да и грудак тоже. Тоже забирай. Себе бери. Могу это использовать. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Так, подключи. Стаю. Стаю. Мертвец. Мертвец. Лок на этого босса без лока. Херсон. Он забежал в центр. Бигбуза, ты близковато стоишь к Мелизону, там забили. ДК, на котором спор, встань так, чтобы и танку тоже досталось.
Именно. Протопало. Хильти уже ревностный прокнул. Хильти протопало. Сам скилл КД, нет? Куда 30? Поставь третью ауру, тапочки упали. Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Ну, заебись, лок, молодец. Как раз это и не радуешь. Я его даже чувствую. Кто-то соточку скинул. Так и не понял, как... И тому дал. Харзул. Кильти сейчас рейд сядет, блин. А, Слава, мне надо скоро покинуть вас. Кулаки обнови. Варов.
отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Не кидайте дотов по зеленому. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Там слизень. Просто ваншот, еще один ваншот. Блин, ну лучше пусть погиб. Убегай, убегай от слизня. Чешки не хватает. Я сейчас засейвил боком. Уйдите из-под зеленого, вы что такие тупые? Мало вы ему мной хилит. Переходки меньше по боссу, больше по слизни. Замедляй, ну пока ты столько времени разбирался, это там болт надо кинуть. Я на локо кидал, но на прошлом красном, так что это был твой блок. На вкус как вишенка. Да. Ой, извините. Да, да, можно. Зеленый там брился, смотрите.
Че он теперь по всем домам может рядом стоять у него? Зеленый, ну. Вроде не было. Пой забрать диван давай. Ты даже нашел себе диван на паре? Будьте пробуе. В смысле, забудьте, войт вагонится еще и боешку не рубит. Вот он полный идет. Оба, поезд. Ну вот сейчас посижу. Вот эти два босса последних и пойду. Надо к матери на работу сходить. Завтра вторым паладином пойдешь. Чё, Хант, на поле же как год? Троих мобов. Напуливаешь и притворяешься мертвым. Не надо, не подходи.
его согрели, а другие не согрели. Сбил. Сейчас Хан все сам сделает. Давай, да лучше, он же взял щит с ребра. Ну, красный, надо бить валик, чтобы замедлить. Ну, желтая тоже нужна. Ну, не важно. Надо так распределять джаки, чтобы была и желтая, и синяя, чтобы их окарисовала синяя. А кто убьет, это не важно. Целых два вагона времени. Или три. Один с волей. Один с волей, да. Вчера 80-й только взял. Что у тебя с рогом? Чего нету? Профессии. Вроде захочешь. Взял. Я перекинул бы его в шестую на пару минут.